Мы надеемся, что все наши советы помогут вам закрыть дверь. Хорошо. Здравия желаю. Всем привет, меня зовут Глеб, и в сегодняшнем ролике я расскажу вам о небольшом лайфхаке, который позволит вам сделать из старой ненужной жидкости для вейпа антисептик, который будет при этом приятно пахнуть. 100% у каждого из вас есть ненужный флакон жидкости, и подойдет даже просрочка, которой сегодня мы дадим вторую жизнь. Для приготовления нам понадобится жидкость, обязательно нулевка, так как никотин может попасть в организм через кожу, спирт или любой другой крепкий алкоголь, и пустой флакон с удобным носиком. Приготовить его можно даже на улице. Для начала нальем во флакон спиртосодержащий напиток, он должен занимать минимум 80% будущего продукта. Доливаем жидкость и хорошенько взбалтываем. Для того, чтобы все быстрее перемешалось, можно положить получившийся раствор в теплое место, к примеру, на батарею. И через минут 10-15 у нас получится готовый антисептик для мытья рук. Также в наших комментариях будет ссылка на карту распространения вируса от Яндекса. Мы надеемся, что наши советы помогут вам уберечься от вируса. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале. И не болейте. Пока. Пока.